круто. Всем ку, продолжаем говорить в 12 замков, Влад и Ники. Это типа третья часть или четвертая, уже не помню. Давайте начнем с головолома, мини-игры, наверное, попозже оставим. Так, а тут чем отличие? Тут надо покупать этапы за монетки. Монетки ты зарабатываешь либо за ежедневную награду, либо за прохождение самих головолов. Короче, погнали. Привет, меня зовут Ники. Влад, давай съедим печеньку. Давай сначала нужно открыть эту банку. Я, блядь, в банку заходили, блядь, в бальный. Так, блядь, я хотел... Да, эй, да убери. Так, ну. А, блядь. А, тут появились эти физические эти контроллеры, ёптвою мать. Взять подсказку, смотрю. Ой. Ой, секу, подождите. Так, что меня радует, тут появились подсказки. Так, ну, отдай. Так, ну, о, газ подтекает. Все, блядь. Ну, все, газ залатали. Так, а что тут надо? А, это вся загадка, реально? Блин, ну ладно. Так, хочу начать с правой стороны. Насос и корм для кого-то, не знаю. О, газик. Нормально, сейчас покрутим. Так, так, так. Не-не-не, давай крути еще крути. Спин, спин. Ой, нет! Чё, блин? Кого? Чё происходит? Да срал я, давай крути. Подожди, а можно ли покрутить его лично, типа, нет? Нет, ладно, крутим тогда дальше. Влад, Ники. Ой, а тут озвучка есть, блядь, только сейчас услышу. До этого все молчали, а сейчас... Так. Репит, ну пусть репитается там. Ой, блядь, чё было, чё упало, блядь. Что? А? Блядь, ну покатилось. Ладно, так. Вот так. Что? 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 Это ключ? Ладно, может вторая часть выпадет так. Надо типа какую-то картинку собрать. Я понял. Желтую давайте. Красную. Красную у всех есть. Вот. Ножницы, бля. Блядь, а что надо... Мне кажется, тут... Ничего не подходит. Ну вот. Да, какая-то странная звездочка, ладно. Бля, что цвета ямае. Так, это чё? Если слишком много вещей, что-то это, типа. Мне что-то уже начинает путаться. Ой, бля. Бля. Какие вы странные. Блять, а можно им палку отхуярить? Ой, блядь, ты чё, долбай. Итак, может, что-то с дивана можно сделать. Так, у нас есть насос. Еще у нас есть пульч. А, видимо, тут надо будет сделать ключ. Хуюч. Ай, дай. Спасибо за рекламу. Короче, какая странная дичь. Мне выпала реклама. Типа, раньше выпадали свертки с этим, с паролетом. А, раньше мне выпадали эти свертки с паролем, а сейчас мне выпала просто эта реклама. Типа, мне даже за ничего не дали. Класс. Так. Чё можно сделать? Подожди, о, нашел разгадку. Зеленый. Да, зеленый, розовый, фиолетовый, желтый, розовый. Ура, ура! Ты ебать, тут карта большая. Так, чё, сколько? Подожди, а печеньки здесь можно? А печеньки это там. Я вообще хочу посмотреть, сколько осталось замков, но, видимо, не получится. Так, подушки нет, это уже делали, что тут. О, 5-6-1-9. Так, открыто, осталось, как я понял, всего две. Ладно, так.
Хрюку, хрюку, что с хрюкой? Так, ключ, копилку на всякий случай оставим, мало ли не знаю, молоток найдем. Так, что у нас в кар? А, может надо им колеса накачать? Ну вот. А, вот теперь. Ой, да блядь, ёб твою мать, это что же? Блядь, сколько же рекламы, это жесть, её слишком много рекламы. Тебе прям пихают, прям реклама, 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 ты, я не знаю, с ума сойти можно. Прошли, ура! Не то чтобы орат, просто в рот сел. Ура, вот банка открыта, ням-ням-ням-ням-ням-ням, блядь, пир, что это? Мне? А локация 2000 стоит. Твою ли? Две с половой, 3000, три с половой, три тысячи, пиздец. А чё так дорого? Да блядь, да сколько рекламы? Блядь, какая-то херня, блядь. Раньше вот было круче, не рекламы, не блядь. Так, как я понял, надо в мини-играх зарабатывать бабки. Чё тут надо делать? Я по цветам перить? Да, блин. Да ты... Не играть, а рекламу смотреть. Давай, урод, ну штопанный, да хватит. Блядь, ты такой шлёпок. Чё надо? Старт. А чё? А, надо вверх? Да, я понял. Бля, это все класс, как интересно. Сейчас с ума сойду, реально. Блин, просто так интересно, а сейчас это, блин. Блин, вау, блин. Блин, а в жизни так можно, блин, шарики кидать, блин, вау, блин, блин, реально, вау, ты дышь, блин, круто, вау, блин, круто, шарики, тыщ, вот это мини-игра, блин, класс, зачем нам вообще игры катать, это говно, сколько, вау, столько монеток, блин, еще и два, блин, ну это меня мотивирует играть. Блин, вот, тысяч, такие, типа, вот, мячики, тысяч. Хотя, вот, блин, вау, надо бить, блин, мы не успеем, блин. Блин, мы успели. Блин, время вышло. Блин. Сколько заработали? 5. Делать не больше не учим. Опять реклама, что ли? Это говно какое-то. Давайте в суперхиру. Только не реклама, пожалуйста, только не реклама. Скоро сила. Только не реклама. Фух. Что надо сделать? А чё? Как неудобно, если вы бы знали. Ещё с баннером снизу классно, но играть теперь стало, короче, донатным говном, понятно. Раньше так круто было играть в эту игру, потому что тренер сидел, думал, как что сделать. А тут теперь реклама, чтобы сделать что-то, реклама. Да иди, мать, иди отсюда. Я тебе сейчас... На дно сейчас спущу чью-нибудь бана. Идея, если... Подожди, сейчас мы устроим. Все, пусть летит. Ладно, получится. Блять, надо тренер просто летать. Ох, блин. А, их надо ломать. Ну говно, сейчас башка заболеет от такого говна, ёптую мать, блядь, куда? Блядь, его надо сломать. Эх, блин. Да блядь. Владос, давай, не тупи, полетел. Это надо управлять пальцем, это не это неудобно. Ай, блядь, говно, ну говно. Ну говно игру стало, блядь. Только не реклама, нет, фу. Прикол, говно тут еще есть. Чел на самолете летает. А давайте на тачке покатаемся. Класс, класс, спасибо. Класс. Тачка. А это типа этого, типа Хилл Климба, что ли? Ну... Не скажу, что Хилл Климб, но не скажу, что годно. Это какие-то птицы, блядь. Класс, вот это да, блин, какая игра крутая. Вот на таких жух-жух, блин, павлинчик. Ударили, время отнялось. Ну ладно, не расстраиваемся, летим. Монетки собираем, классно.
Ускорение не подобрали, ну не отчаиваемся. Подлетаем и на дрифте вот так, хопа, монетки собираем. Птичка прилетела, птички, это да. Я чё так, камочек должен, или чё, блядь, каким говном стала игра, блядь, ну что это такое? Как эта сорока летит сверху, не пойми куда. На. Блядь, чё снизу за реклама, Worm Out, какие-то... Червяки эти, блять, хаги-ваги. Какой кринж, что я играю? До этого же нормальные игры были. Прикольные, там, ну, реально было интересно. Типа, ты сидел эти ключики и сказал, ну, как говно. Бля, прыгай, А такое говно, забей, блять. Не, пацаны, я не могу. Честно, копить монеты я не хочу, потому что если уж тут реклама в мини-играх, то в основном режиме тоже с головоломками есть реклама. Так что, блядь, ну вот и поиграли 11 минут. Вот, ой, еще реклама. Вам нужны стулья, нужны вот. Блядь, нет. Ребята, это говно, честно скажу. Это какой-то, блядь... Не, понимаю, да, надо зарабатывать денежку за игру, но, мать, но... Короче, нет, я слишком взрослый для таких и не. Я лучше в пои поиграю, чем в это. Ладно, все, на этом всем все. Всем все, давайте, всем все. Также подписывайтесь на мой ТикТок, всех там жду.